весне, ура! 1 марта на календаре, уже совсем скоро наш любимый город. Наденет что-нибудь зеленое и будет греться в лучах теплого весеннего солнца. Я надеюсь. У нас с вами, друзьям, есть шанс погреться сегодня в лучах славы нашего сегодняшнего гостя. Итак, Липецк, пожалуйста, встречай. Победитель дельфийских игр, один из победителей телеконкурса «Секрет успеха», представитель России на Евровидении, посол доброй воли, представитель Всемирного молодежного совета ООН в России. В общем, титулы и звания его можно перечислять очень долго, боюсь, времени не хватит. Поэтому скажу просто. Актер, певец, настоящий красавчик Алексей Воробьев. Здравствуйте, Алексей. Всем добрый день. Безумно рад сегодня быть здесь, в Липецке. Для меня это, правда, огромная радость и честь побывать на русском радио, потому что для меня это вообще огромный праздник. Я приехал, потому что сегодня премьера кинокомедии «Самоубийцы». Вот, Александра Стриженова, где я сыграл главную роль вместе с Женей Стычкиным, с Оксаной Акиньшиной. И я всех жду сегодня, у кого появится времечко, прибегайте на премьеру, да и, в принципе, ходите в кино, у нас очень смешной фильм. А СМС-ки к нам все подходят и подходят. Алексей, вот тут для вас обращение от Марины, она пишет, что вы большая умничка, так держать. Большая умничка звучит смешно, конечно. Спасибо. Я туляк абсолютный, да, и у меня до сих пор тульская прописка, несмотря на то, что я уже много лет прожил в Москве, сейчас вообще живу в Лос-Анджелесе. Это удивительно. У меня ни папа, ни мама никак не связаны с музыкой, но все дети, брат аккордеонист, я тоже был аккордеонистом до 15 лет, потом начал петь только. Меня еще не было видно из-за аккордеона, мне было 4 годика, когда я в первый раз за него сел, но я уже хотел играть на нем, и я понимал, что точно, если брат, то и я. Танюшка спрашивает, привет, Алексей, сегодня начинается чемпионат мира по биатлону, любишь ли ты именно этот вид спорта, и какими видами спорта увлекаешься сам? Я до 15 лет профессионально играл в футбол, и до того, как начал участвовать в ледовом шоу на Первом канале, я не признавал больше ни один вид спорта, кроме футбола. Спасибо огромное за прекрасные вопросы и за все слова, которые вы там написали. Всего вам доброго, удачи. Хорошего вечера. Спасибо. Наше кино, несмотря на название, это самый
самый антисуицидальный фильм, который когда-либо выходил, потому что он как раз... Он как раз-таки может бороться с проблемой, о которой газеты научились пока только писать, оповещать и всячески пиарить. У нас потрясающая картина, в которой безумное количество юмора, безумное количество правды и реальных вещей, которые уже во многих-многих городах... Ну, люди смеются, когда смотрят это кино. Комедии самоубийц поздравляю, аплодисментами сейчас. Поддержим Воробьева, потому что сейчас будет бешеные танцы показывать вам. Готовы? Держи. У каждого человека есть выход в жизни. Важно, чтобы он просто выбрал свой путь. И это кино как раз об этом, о том, как люди, которые уже, казалось бы, все в своей жизни решили, они находят выход, и они находят ту жизнь, где они никого не боятся, где они никому ничего не должны, где у них рядом люди появляются, которые так же, как и они, даже не то, что как, так же, как они готовы за них рисковать, жертвовать собой. Это то, что называется дружбой. У нас немного другое кино, даже по построению. Мы все работали бесплатно в этом фильме. Ни один артист, ни один режиссер, оператор, никто не получал денег за свою работу. Мы все стали сопродюсерами картины. Поэтому для нас предельно важно, чтобы картина собрала деньги. И не только потому, что мы каждый имеет свой процент в этой картине. Скорее даже не поэтому вообще. А дело в том, что подобная схема съемок фильма может открыть дорогу молодым режиссерам, молодым актерам, талантливым людям в кино. Да, единственный совет, который я могу дать, у меня на руке есть татуировка, на которой написано «Glory in the hands of the labor» – «Слава в руках труда». Единственное, что я могу сказать о том, как добиваться своих целей – это работа и мечта. Потому что я, например, у меня до сих пор тульская прописка, например. Я и не собираюсь даже ее менять ни в коем случае. Не то, что это моя позиция, просто мне это не нужно. И когда я жил в Туле, я каждый день за свою мечту боролся, работал. И когда я говорил людям, что я поеду в Москву, буду артистом, естественно, многие смеялись, никто в это не верил. А сейчас я являюсь единственным вообще в мире, наверное, туликом, который подписал контракт с продюсером Эдди Гага. Конечно, с продюсером Гаги, который живет в Голливуде. И вы знаете, моя судьба и моя жизнь, возможно, может дать такой же шанс людям верить в то, что они могут что-то изменить в своей жизни. То, что если они будут работать каждый день. Мало хотеть, потому что хотеть может каждый. Важно, что ты делаешь для того, чтобы твоя мечта исполнилась. Ну, если выбирать между певцом и актером, то скорее вот правильное слово будет артист. Потому что артист должен уметь все. Как медиапроект. Наверное. Потому что в России у меня очень много работы в кино. Очень много. Я все время... Я возвращаюсь сюда скорее только для того, чтобы сниматься. Потому что на тему музыки я работаю теперь в Америке. Мы уже начали записывать альбом, и мне очень нравится музыка, которую мы пишем, которую я слышу, которую мы делаем. Я безумно радуюсь, что моя музыкальная карьера продвигается сейчас там. А моя актерская жизнь, она здесь. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble,
eyes look right on my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green.